В 2018 году женщина увидела фото, от которого она потеряла дар речи. На них был маленький сирота из болгарского приюта. Из-за голода он настолько исхудал, что на него без слез нельзя было смотреть. Мальчика звали Райан. Сердобольная женщина не могла пройти мимо и, посоветовавшись с мужем, решила взять сироту к себе. Семилетний малыш к тому времени находился просто на грани, истощение было серьезное. У женщины уже была удочеренная девочка с синдромом Дауна и сердечной недостаточностью. Но супругам это не помешало, они приняли решение усыновить мальчика даже несмотря на его многочисленные болезни. Сначала супруги достали специальный аппарат, с помощью которого мальчика можно было кормить, чтобы он приходил в норму. А немногим позже ему сделали операцию на позвоночнике, которая выпрямила ему спину. Все это время новые мама и папа мальчика были рядом с ним, и случилось настоящее чудо. На поправку ребенок пошел быстрее, чем ожидали специалисты, и вот сейчас он ходит, улыбается и смеется, заново познавая мир и радость жизни. Несмотря на то, через что прошел наш сын, теперь он счастлив по-настоящему, делится мама мальчика. В нашу первую встречу жизни едва теплилась в нем. Теперь его бледность ушла, у мальчика прекрасная оливковая кожа, напоминающая о его болгарских корнях, а губки розовенькие и пухлые. Я благодарна Богу за то, что он помог нам вылечить нашего ребенка. Такую запись оставила счастливая мать на своей страничке в соцсетях. Дай Бог здоровья и сил таким людям, как эта прекрасная супружеская пара. А сам мальчик вселяет надежду во многих людей, включая родителей детей с особыми потребностями. Если вам понравилось данное видео, оцените его, пожалуйста, лайком и напишите в комментариях ваше мнение. Большое спасибо за просмотр.